Olympic weightlifting is a sport where countless individuals put in effort, yet only a select few truly make their mark. From the spirited lands of Armenia emerges a standout, Simon Martirosyan. He is not just a name in the list. His journey is one of grit, determination, and noteworthy skill. A two-time world champion, twice crowned European champion, two-time Olympic silver medalist, and the total record holder in the 109 kilos weight class. Simon's tale is one of steady achievement. Every competition he enters, every weight he lifts, is not solely about the victory. It's a testament to his commitment, an illustration of why he is a prominent figure in the sport. Weightlifting is definitely a national sport, with a great respect and a deep traditions. In Simon's case, it was also a family path. Я пришел в тяжелую атлетику с 12 лет. Пришел и, можно сказать, влюбился в эту спорту. До этого я тренировался в боксе. Да. Ты боксер? Да. Ну, мой отец тоже занимался штангой. Мой дядя тоже, он чемпион Европы, там медали у него. Да. Да, СССР, да, тогда. Ну и у нас в крови был спорт, учёные тоже есть, но для меня сейчас главное – это мой спорт. Я его люблю, это мой хобби, это мой хлеб, это мой всё. Simon transitioning from his first competition weight class 85 kilos to the 105 and eventually 109 plus category certainly raises eyebrows. Was this a personal choice influenced by the team or driven by other factors? Ну, смотрите, тогда я был юниором и тогда в Олимпиаде не было 94. Был 85 и плюс. Да. И для этого было сделано тот шаг, но если бы я отмотал время назад, я так резко не поднимал вес, потому что я там много кушал, много витаминов пил, добавки спортивные. И потом, когда мне нужно было оставаться 109, я не мог оставаться. Да. Уже было поздно. Да, уже было поздно, я из 123 килограмм весил, когда я выступал 109, и уже 8 лет бросать весь, и уже конца не получилось. Еще травмы, еще плюс, многое вещи. На да. Сегодняшний день что-то беспокоит, что-то болит, старые травмы? Сегодня, дай бог, ничего не болит, все отлично. Serving the national Armenian team, three heavyweight athletes distinctly stand out: Simon, Lalayan, and Minasyan. While Minasyan competes for Bahrain, it's evident that all three share a training environment. Я отношусь к этому как профессиональный спортсмен. Мы друзья в жизни и везде мы друзья, и даже мы на помосте все видят, когда мы тут поднимаемся, один другом говорит: давай поднимай. Я с тобой или как, не знаю. Спорт – это спорт. Для меня спорт – это спорт. Для меня мой противник – это штанга и все. Нет другого противника. Есть люди, которые смотрят, вот мой противник идет, выглядит шикарно или как, выглядит мускулистый. Для меня такие проблемы нет. Для меня есть только штанга и я. Simon's journey through weightlifting is truly commendable.
spanning 2 Olympic Games and numerous World and European Championships. It will be enlightening to hear about the strategies to employ to remain in peak condition over such extended and demanding time frame. Европа в Москве, которую бил. После этого я не думаю, что я очень хорошо выступал. И после того, как я вес поднял 109+, сейчас я вот смотрю на мои результаты, меня это не устраивает. 270 толчок со стоек тебя не устраивает? Ну это со стоек, это не классический. Ну это все равно, это очень много. Но все равно я близок, но не близок, это не тот. After Simone's impressive trajectory in weightlifting, from youth records to world championships and then the Olympics, many are curious. It will be captivating to learn about Simone's current training objectives, issues and what drives him forward. Сейчас я поднимал вес немножко, этот и сначала вообще мешал мне этот вес, потому что я себя чувствовал на чужом теле, как будто. Вообще не чувствовал. Вообще тогда я мог не тренироваться, и сколько я рывок сделать, мог прийти и сделать. Вот говорят, Симон, просыпайся, нужно рывок сделать, я бы сделал. А сейчас как будто медленно-медленно уже возвращают тем Симону, который бил. In the realm of elite athletes like Simone, there is often a critical juncture. How to find the balance in the pursuit of strength with the finesses of perfecting technique? Considering his trajectory, one cannot help but ponder, where does Simone's current emphasis lie? Is he delving deeper into raw power, or is the art of technique at the forefront? Нет, у меня техника, думаю, что нормально. В толчке тоже, вот когда вес менял, в толчке, ну, допустим, тогда был 80%, сейчас уже 100%, я какой вес на грудь делаю, вверх тоже делаю. И в рывке немножко скорость пропала, не хватает, да, но уже. Every national team has its distinctive training methods and routines, tailored to its athletes and goals. The Armenian weightlifting team knows for its dedication and achievement, is no exception. Given this backdrop, it sparks curiosity. How does Simone's typically training week look within this framework? Ну, один понедельник свобода и все. И потом тренировки каждый день? Да, каждый день, день два раза. Два раза в день? Да. Утром просыпаемся, там разминку делаем, пробежка делаем, потом качки, потом уже 12 часов первая тренировка, потом уже 6, вторая тренировка. То есть ты бегаешь? Да. И очень быстро. Серьезно? Да. Короткие дистанции, спринт? Да, короткие, да. Да. Noticing Simone's training routine, it's clear. He spends a good amount of time on accessory drills. Given this emphasis, it raises the question. Why does Simone prioritize these drills in his training? What is their role in his overall strategy? Любое упражнение, если ты делаешь, это помогает тебе. Любое упражнение. Ну, у нас в доме больше делала спина, жим сидя, трицепс. In Armenia, Simone is well known for his achievements in Olympic weightlifting. His name is familiar to many, putting him in the spotlight. Как сказать, я им тоже очень люблю, всем. Знаю, кто как относится ко мне, я и так с ними отношусь. И для меня это очень честь, для меня это, не знаю, как сказать, хорошо. А узнают тебя, вот если ты выходишь в Ереване где-то на улицу, узнают, ну, Симона, да, почти подходят? 90%, наверное. Да? Да. Ну, то есть это сложно? Нет, не так давит, нет, не давит. Комфортно. Комфортно, это потому, да, что уже учился, да. Уже да, учился. Уже опыта достаточно, да. Симон Мартиросян's journey in weightlifting is both impressive and inspiring. From our conversation, we have learned more about his training,
mindset and challenges. He is a dedicated athlete and a source of pride for many in Armenia. Looking ahead, there is a lot to be excited about. His performance at the Worlds 2023 is coming up, and the Paris Olympics are next year. Everyone is keen to see how Simon will perform. With his track record, there is a good chance he will continue to make Armenia proud. Whatever happens, he has made a lasting mark in the sport, and many are cheering him on.